Добрый день, Виталий, компания Boston Technic. Вашему вниманию предоставляю вот такое вот чудище. Самодел. На самом деле это косилка и очень отличная. С трехметровой жаткой. Как говорят хозяева, они влюблены в эту косилку. 8-10 гектар за световой день они вообще свободно отрабатывают. Ну и так как это косилка, да, они ее не так часто используют. Месяц она работает, ну и потом все, она стоит. Понятное дело, что документов на нее не будет. Обращаю внимание. Требуется замена некоторых там ременных механизмов, ремней. То есть вот это вот показываю, что есть трещинки, да. Вот, полностью в рабочем состоянии. Ну, говорю, 8-10 гектар убирает. Фотографии салона я вам также предоставил. Сейчас подойду еще ближе к двигателю, чтобы вы могли увидеть. То есть собран вообще из разных частей. Я такого ни разу не видел. Вот, но люди говорят, что она им очень много принесла прибыли. Вот люди занимаются сеном. Да, соответственно. Кабинка. Вот, пожалуйста, смотрите. Если кому-то понравилось, обращайтесь. Резина, ну, четкая, то есть там передние вообще новые стоят. И перед дизат. Вот, обращаю внимание. Ну, то есть все полностью в рабочем состоянии. Обращайтесь.